Ага, ну все. Ну и мы вот эту продолжаемый файл, который я потом разобью на кусочки по лекциям, пока как-то мне удобнее и, может быть, даже вам смотреть его именно в одном файле. Ну вот, вот мы подходим к первому из наших таких важных понятий. Значит, мы хотим цепи классифицировать. Ну, это ученое слово классифицировать означает, что мы хотим цепям приписать характеристику, которая будет одна. Вот она, например, характеристика 1А. Эта характеристика – это просто две буквы, два знака, цифра и буква. Эта характеристика будет одна и та же для многих цепей. Но вот, значит, будет один класс цепей с характеристикой 1А, другой класс цепей с характеристикой 1B, ну и так далее. И вот для каждого вот этого буквенного обозначения он будет называться тип цепи. Для каждого типа цепи есть много цепей с этим типом. И вот окажется, это, можно сказать, одна из главных идей, окажется, что вместо оперирований с цепями можно оперировать с их характеристиками. А это очень удобно, потому что одна характеристика охватывает много разных цепей. Ну, вот давайте для того, чтобы эту идею усвоить, ну, я несколько таких, может, детские вопросы задаю. Скажите, вообще, сколько цепей может быть в нашем графе G? Сколько цепей, как вы думаете? Ну, вот давайте, чтобы вам не думать, кому ответить, я буду спрашивать. Так, Айша, как ты думаешь, сколько цепей может быть в графе G? Ой, счетное количество. Очень верно. Но их может быть сколь угодно большое конечное число. Ведь граф G состоит из чего? Из цепей и циклов. Сколько в нем может быть цепей? Сколь угодно много. Ну, все-таки несчетное число. Эту задачу я хотел бы для будущего исследования вашего творческого оставить. Но все-таки у нас и конечное число, и циклов, и цепей. Но их может быть сколь угодно много. Поэтому, так сказать, потенциально счетное число. Ну и циклов, впрочем, тоже потенциально сколь угодно много, конечное, сколь угодно большое, n, конечное, натуральное число. То есть потенциально счетное число. Но вот мы сейчас циклами не интересуемся. Мы пошли по пути оптимизации, то есть нахождения кратчайшей цепочки, именно по пути работы с путями, а не с циклами. Да, так что путей может быть в графе G сколь угодно большое конечное число. И поэтому очень удобно иметь небольшое число их характеристик, их будет всего 17, которые охватывают все возможные цепи. То есть, точнее сказать, охватывают всевозможные типы цепей. Так вот, что такое 1А? Это, ну, во-первых, слово odd означает нечетное, а even четное. Четное, нечетный размер. Значит, цепь нечетного размера, что такое размер, я говорил, тут уж надо запомнить, у которой на одном краю висячее ребро, вот висячее ребро, ну, висячее ребро может быть либо B помечено, либо A помечено, это два случая. А другой край – это обычная вершина, ну, и хотя ребро сингулярное, но сама вершина не помеченная, не висячая. Значит, 1А – это значит тип. Это все цепи с одной, ровно одной висячей вершины.
вторая невисячая. Ну и это одна висячая, может быть, либо B, тогда тип 1А, либо А, тогда тип 1Б. Ну, почему так вроде бы накрест получается B и А, это потом будет видно, что так удобнее. Ну, вот, значит, а тип 1А, как вы думаете, вот Айша, скажи так же, сколько может быть цепей типа 1А? Тоже сколько угодно. Тоже сколь угодно большое конечное число. Вот тут нарисован лишь простейший пример типа 1А. Почему же сколь угодно большое число? Потому что что сказано в определении типа 1А? Что ровно одна висячая. Но значит, вот после этой висячей, вот от этой вершины, вот я надеюсь, видно, как я показываю стрелкой, может пойти что? Ну, за B должно пойти, ну, они чередуются, эти буквы, если считать АА за одно ребро, или и ББ считать за одно, такое двойное ребро. Помните, я говорил. Вот они чередуются. БА, БА, БА. Ну, повторяю, если подряд идущие АА считает за одно двойное, подряд идущие ББ считает за одно двойное. Итак, Б и А чередуются в цепи. Итак, если у нас одно висячее, и оно помечено Б, значит, за ним что может идти? Пусть у нас даже пока не будет обычных ребер. Пусть даже не будет обычных ребер. Может пойти АА, ну, то есть не то, что может, они должны чередоваться. Значит, за Б должно пойти АА. За ним может пойти не обязательно конец, может пойти ББ. Но у нас же размер должен быть нечетный. Что вот это значит? Подходит ли под 1А в случае висячее Б, потом АА, потом ББ? Ну ладно, я уже Айшу замучился. Вот пусть мне скажет Таня. Вот верно ли, что типа 1А, я сказал его определение, подходит висячее Б, потом АА, потом ББ? Ведь вот это ББ, которое тут не нарисовано, но вы можете на бумажке нарисовать за мной, ну и представить себе, оно же тоже касается, кончается, ББ это, на невисячее, на обычную вершину кончается, невисячее ребро в конце, хотя сингулярное. Итак, Б висячее, АА, ББ. Одно висячее с одной стороны, с другой стороны обычная вершина. Это будет типа 1А? Как ты думаешь, Таня? У нас же заканчивается на Б, получается, то будет... Я же конкретно... Одна висячая? Одно висячая. Но не такой. А, потом ББ. Прости. Нет, не такой. А почему? Это не типа 1А. Но висячая – это одно, и ББ. А второй край не висячий. Будет 1Б. Нет. Если будет 1Б, это должно начинаться с А. Висячий А. А я сказал висячий Б, потом АА, потом ББ. Очень полезно всем, даже опытным, рисовать за мной на бумажке. Ну, к сожалению, я вот не могу, доски нет тут. Так вот, вот совершенно конкретно я там третий раз, четвертый диктую цепь. Она подходит под определение 1А? Вот в чем дело. Какой размер будет у такой цепи? Висячее B, оно же не в счет при подсчете размера. Какой размер будет у B висячее, а А, Б, Б? Какой? Два. Два. Два число четное или нечетное? Четное. Четное. Ну, значит, оно не подходит сюда. Значит, 1А – это нечетная цепь. Ну, я считал, что вот она подписана. Нечетная цепь с одним висячим B, а второй край не висячий. Значит, поэтому вернемся к вопросу, сколько такого типа 1А может быть цепей. Значит, начиная висячий B, АА, ББ может идти дальше. Но это будет четный размер. Потом может пойти АА.
И вот эта цепь такая, Б висящая, потом АА, Б, Б, А. Она будет какого размера? Таня? Размера 2. Еще раз, смотри, висячее Б, оно не в подсчете размера. АА, потом ББ, потом АА. Размера 3. 3. 3 нечетное. Вот здесь оно подходит. Но это не все. Какие же еще могут быть цепи типа 1А? Висячее Б, АА, ББ. Нельзя здесь остановиться. АА можно остановиться. Это на тип этот, 1А. Потом можно сделать снова ББ. Нельзя остановиться, потому что будет четный размер. Потом снова сделаем АА. Будет нечетный размер. Ну и таким образом, вот наделав здесь вот не одно АА, а через ББ, очередное АА, через ББ, очередное АА, и так сколь угодно много раз, мы получим каждый раз новую цепь. Чем эти цепи будут отличаться друг от друга? Длиной. Ну или, можно сказать, размером. Ну или попросту длиной. И длина их может быть сколь угодно большая. Значит, даже вот типа 1А может быть, ну, как вот правильно сказала Айша, ну, счетное число. Ну, все-таки, строго говоря, не счетное, но сколь угодно большое и конечное. Число типа 1А. Ну, дальше поехали. Типа 1b. Ну, это совершенно симметрично. Всех таких типов может быть сколь угодно много. Ну, вот не совсем всех, сейчас увидим. Это вот тоже можно накручивать сюда. Только нужно накручивать после bb, aa, bb. aa, bb. Но чтобы остановиться на нечетном размере всей цепи. Теперь переходим к типу 2a. Это цепь. Вот все здесь нечетные цепи, вот, поскольку заголовочек, нет, нечетные цепи. Значит, все цепи вот здесь вот эти две колонки, нечетные. Значит, здесь нечетная цепь с двумя висячими. А могут ли быть висячие нечетная цепь, висячая, ну вот ББ может быть на краях, висячая. Ну какая-то буква должна быть висячая. Вот висячей вершине приписана какая-то буква. Либо А, либо Б. Значит, вот может быть приписано ББ. А может быть приписано АА. Это вот два типа. А вот вопрос к вам. А может быть так, что две висячих, но здесь приписано Б, а здесь приписано А? Так, ну кто вот может ответить? Может ли быть, чтобы здесь разные были приписаны буквы Б, а здесь А? А у нас висячая вершина вносит вклад 0 в величину. Висячая в размер, в подсчет размера. Все да. Нечетные, все они 0. Угу. Висячая не в счет. Сингулярная вершина, это которая при АА, они выносят 0,5. Ну, то есть, если взять это за одно двойное ребро, помните, как я любил считать размер. Вот это вот как за двойное ребро, но за одно. Это будет 1. А если это 0,5, формально говоря, вот каждая АА, это АА и А, и это 0,5, то в сумме они дают 1. Итак, обычных ребер нету. Но вообще обычно ребра вносят 1 в размер. А, ну, здесь пусть нету для простоты. Ну, а сингулярные, висячие не считаются, а те, которые в АА сингулярные, те по 0,5. То есть вместе вносят 1. Ну и так, может здесь Б, здесь А, нечетная цепь? Нет, потому что четность не будет выполнена. Не может быть. Не может быть. А вот, кстати, почему? Кто-нибудь объясните. Значит, смотрите, у нас не получится, что цепь нечетная. Потому что если мы начнем... Ну, как тут вот сообразить это? Вот после на картинке нарисовать, проще всего и увидеть. Тут очень важны картинки. Они принципиальное значение имеют. У нас... Ну, когда, как? Чтобы... Это откинуть, они не в счет. Значит, значит, останется у нас только число вот этих
ну, двойных ребер. Значит, число этих пар должно быть какое? Нечетное. Ну, значит, если мы с B начали, следующее будет А. И если мы нечетное число раз пойдем от А, вот А, нечетное число пойдем, например, 3, АА, ББ, А, мы к чему придем? Сейчас, что-то я запутался как-то сам с объяснением. Значит, нечетное не в счет, значит, этих пар должно быть нечетное число. Если мы с А начнем... Если мы, можно сказать? И потом предположение. Сделаем... Да. ББ. Вот. То мы не можем Б прилепить. Да, да, да. Прошу прощения. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста. Меня слышно? Слышно. Угу. Ну, вот такое предположение. Чтобы у нас на разных концах были разные буквы, да. У нас должно быть одинаковое количество вершин сингулярных А и Б. Так. Потому что у нас с одной стороны должна быть вершина А сингулярная, а с другой стороны сингулярная Б. Ага, ага. Поскольку они не могут стоять две одинаковые рядом, они должны чередоваться. Три одинаковые есть... рядом. А? Три одинаковые не могут стоять рядом. Две одинаковые ну, могут. Да, да, три одинаковые, две сингулярные не могут рядом стоять, да, потому что тогда мы получим цепочку. Да, 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 не, да. Да, тогда мы получим цепочку из трех. Значит, А, сингулярные вершины А и Б должны чередоваться. Конечно. Вот, значит, мы можем разбить их на пары, и каждая пара вносит два в нашу четность, в размер графа. В общем, мораль какая из этого? Что не может быть разноименные висячие края, да? Да, в нечетных. В нечетных цепях, совершенно верно, в нечетных, да, да. Ну, в общем, это верно. Ну, в общем, я думаю, что каждый это, даже не, это не зовешь какие-нибудь там числа, это, ну, вот, можно рисованием сообразить. В общем, короче говоря, если две висячих, то это эти висячие обязательно либо ББ, либо АА, если нечетная цепь. Значит, вот это типы. Но какой крайний вырожденный случай, ну что ж вырожденный, вот самая маленькая цепь типа 2, это вот такая цепь. Потому что что значит? Здесь у нас, ну правда, висячего ребра нет, потому что здесь вообще ребра нету. Здесь есть одна сингулярная изолированная вершина, помеченная B. Ну мы ее относим к этому же типу. Она нечетная. Вот у сингулярной вершины, помеченной, ну, у сингулярной изолированной вершины, ну, тем самым помеченной, размер по определению минус один. Помните, там кто-то удивился, чуть ли не Диана. Минус один. Значит, это вот нечетная цепь. Да. Ну, как бы состоящая, ну, как бы вот самый-самый короткий вариант, ну, так интуитивно говоря, вот этого случая, ну, все-таки он, вот, по крайней мере, мы его называем 2H'. Это же определение. Теперь здесь. Итак, может быть, перейдем сюда. Значит, только ровно одна висячая, вот она, второй край. Один край висячий, ровно один. Второй не висячий. Оба края висячих, вот это случай. Либо оба края не висячих. Это вот, вот этот случай. Ну, чем они отличаются? Отличаются тем, что здесь вот либо начинается с А, но тогда обязательно вот начинается с А. Когда я говорю А, я имею в виду, что здесь АА. Вот надо привыкнуть. Ну, вот все-таки еще раз последний произнесу. Если у нас есть АА, то будем на это смотреть, хотя формально это два ребра, будем смотреть на это как одно двойное ребро. Два сингулярных ребра АА. Мы считаем, что это одно ребро А. Ну вот мы недаром и пишем одну букву А, хотя ее надо было бы приписать тут А и тут А. Так вот, если бы мы начинаем с сингулярного АА, тогда мы обязаны при нечетном размере кончить
цепь на АА. Ну, это тоже надо сообразить. А почему мы, начав с АА, не можем кончить на ББ? Не можем? Ну, потому что вот каждое такое двойное ребро – это единичка. Должно быть нечетное число. Если мы с А начали, ну вот на пальцах можно считать. А, потом ББ, потом АА. Так вот, чтобы нечетное число было, нужно все время придешь на АА. А когда ты на ББ, это будет четный размер. Ну и, соответственно, либо мы начинаем с АА и кончаем АА, либо мы начинаем с ББ и кончаем ББ. Вот это два типа. Значит, какой самый короткий случай вот этой ситуации? Значит, здесь у нас какая ситуация? Два, оба края обычные. Ну вот оба края обычные, самый короткий случай. То есть это одно двойное сингулярное ребро. Ну, то есть или АА. Ну, а здесь ББ. Мне как-то, честно сказать, огорчило немножко здесь, что вот это вот все-таки формально не подходит под это определение, потому что что здесь говорится? Здесь говорится определение такое, что есть два висячих ребра. Ну, а тут нету двух висячих ребер. Они, так сказать, слились в одну сингулярную Б, в одну сингулярную изолированную вершину. Ну, так образно слились. Формально. Вот здесь мы формально имеем, что вот это кратчайший случай вот такого 3А. 3А-штрих, кратчайший случай для 3А. А тут как-то так вот такой, конечно, кратчайший случай для 2А. Ну, так сказать, такой немножко с перескоком. Так. Есть вопросы по типам цепей нечетной длины. Пожалуйста, спросите. Я только очень всегда доволен, что спрашивают чего-нибудь. И сам у себя. Понятно. Сам у себя спрашиваю. Вот про Б спросил сам у себя. Что как же это он специальный случай этого? Да не совсем специальный, а какой-то такой случай и все. Такое, ну, действительно, вроде как похожий на самый короткий, похожий к такому случаю. Ну и, наконец, четное. Ну, здесь очень тот же принцип. Одно висячее, один край висячий, другой не висячий. Ну и какое самая короткая такая ситуация? Ну, когда есть одно висячее, больше ничего. Ну, естественно, А расположено справа или А расположено слева. Это одна и та же цепь. Цепь не меняется от того, что мы ее повернули на сколько угодно градусов, в том числе на 180. Итак, значит, случай, когда один край висячий, другой не висячий, но это висячее тут А, тут висячее Б. Тут случай, когда два края висячих, но вот если это четные длины, то они должны быть именно разноименные. Потому что если бы было ББ, то это была бы нечетная длина. Она вот сюда попала, в наши классификации. Значит, и какой самый короткий вариант вот этой 2 со звездочкой? Вот такой, что есть висячий А, и к нему приделано висячее Б. Да, так может быть. Это ничему не противоречит. Кстати сказать, какой здесь размер? Скажите, пожалуйста. Какой размер у такой цепи? Два штрих, типа два штрих. Ну, уж это. Минус 2, кажется. Ах ты, минус 2. Минус 2 вообще нету. Минус 1 у изолированной сингулярной. А у этой надо так считать по правилу. Висячие не в счет. Ну, а дальше надо складывать. Кого надо складывать? Обычное ребро плюс 1. Сингулярное плюс 0,5. Ну, поскольку сингулярное АА, ББ всегда не висячие. Сингулярное не висячие. Всегда ходят парами. Это все, что прибавить единичку за пару.
Но здесь прибавлять нечего. Значит, размер 0. Я так понимаю. Размер 0. А кто против? Диана, ты против? Не, я сказала 0, да. А, ты сказала 0. Здорово. Ну, 0 четная длина. Очень хорошо, 0. Нет, на это совсем не похоже на случай изолированной сингулярной. У нее размер минус 1. А это совсем не похоже на... А здесь размер 0. Ну, наконец, последний случай, когда оба края обычных. Ну и, кстати сказать, размер здесь какой? За это 0,1 и за это 1, 2. Значит, что означает звездочка? Я на самом деле хотел, но не доделал. Я хотел звездочку ставить там, где нечетная длина, где четная длина. А без звездочки, где нечетная. Ну, надо было бы 3 тоже со звездочкой поставить. Но не хватило у меня душевных сил. Ну, в конечном счете, как обозначать, не так важно. Ну, конечно, лучше обозначать так по-умному, не как попало. Ну, будем считать, что это такая недоработка, если когда-нибудь улучшим. Ну, вот это вот типы цепей. У каждого типа, еще раз, есть в каждом типе, нужно себе представлять тип как множество цепей, которые удовлетворяют определению данного типа. Это вот самое правильное представление. На самом деле это класс эквивалентности. Берем все цепи и говорим, что две цепи эквивалентны, если они имеют один и тот же тип. Это понятное определение, оно очень важное. Берем все цепи в данном графе G, циклы, о циклах забыли. И вводим отношение эквивалентности. Две цепи эквивалентны, если у них одинаковый тип. Тогда классом эквивалентности будет ровно все цепи одного данного типа. Ну и каждый класс эквивалентности, он будет бесконечный, счетный. Там будет счетное число цепей данного типа. Ну нет, ну в данном фиксированном графе и будет конечное число. Но если размер графа растет, то и размер каждого класса эквивалентности растет. И может быть сколь угодно большим. Ну, наконец, 0 – цепь бессингулярных вершин. Если здесь нет определения, значит, а если пойти в обратную сторону, что нужно задать, чтобы определить цепь? Цепь определяется чем? Типом и ее размером. Вот тип вместе с ее размером, но размер это не совсем длина, ну так грубо говоря, ее длиной цепи, они уже цепь задают однозначно. Ну, вот я думаю, это понятно. Типов я насчитал там 17. Конечное число. А цепь размеров, естественно, бесконечное число. Размер может быть у цепи сколь угодно большой. Ну, потому что цепь может быть сколь угодно длинная. Так вот, наша идея, что мы в алгоритме будем оперировать не с самими цепями, у которых потенциально счетное число. Ну, ясно, что это как-то дело тяжелое, как-то в алгоритме оперировать с цепями. А мы будем вместо цепей оперировать с их типами. То есть как бы вот на размер все цепи разных размеров, но одного типа попадают в один класс эквивалентности. Тут можно спросить, ну а как же мы, что-то мы про цикл забыли. Ну вот так вот все выйдет хорошо в алгоритме, а про циклы никакие мы там типы вводить не хотим. Хотя, конечно, там тоже, казалось бы, можно вводить циклы. Ну вот здесь написано то, что я сказал раньше, что в множестве цепей данного G, ну иногда пишут GC,
от C, вот это C от chain. В GC, в множестве цепей данного G, можно ввести отношение эквивалентности один и тот же тип у двух цепей. Теперь, как я уже раньше говорил, наш алгоритм имеет всего-навсего три этапа. Три этапа. Ну, это запомнить надо. Первый этап. Устранить все обычные ребра. Все обычные ребра устраняются точно так же, как и вот раньше в автономном алгоритме. Вот точно так, как раньше мы там тренировались. Потом наступает второй этап, вот в котором заключена вся сложность нашего алгоритма. На этом мы будем применять только две операции, SM и OM, и только над цепями оперировать. Только над цепями. С помощью этих двух операций. Ну, кстати сказать, похожих в каком-то смысле. Ну, неважно, похожих, не похожих. То есть мы будем оперировать только в части графа, который получился после первого этапа. То есть только в той части, которая состоит из цепей циклов без обычных ребер. Вот там мы будем оперировать. И только над цепями. И используя типы цепей. Это вот будет этап 2. Он будет сложный. И, наконец, на третьем этапе мы то, что получится, применим к нему автономный алгоритм, который мы разбирали раньше. Сейчас, одну секунду, я окно закрою. Да. Ну, если здесь нет вопросов, то вот дальше идет определение типа цепи. Ну, выглядит более подробно и с некоторыми деталями. Слушаю. На два слайда назад, вот там, где мы четные цепи смотрели. А. Да. Все, спасибо. Просто я смотрел случай, когда у нас нету висячих вершин. Нету висячих вершин? Такие случаи, да. Пожалуйста. Вот тут без висячих вершин. И вот тут без висячих вершин. Причем размер может быть и нечетный, и четный. Без висячих вершин. Вполне может быть. Ну, и наконец, а мы рассматриваем... Да? Мы сейчас рассматриваем только цепи, в которых сингулярные вершины. Либо сингулярные, либо висячие, да? Да. То есть мы не рассматриваем вообще. Наверное. Мы рассматриваем цепи без обычных ребер. Почему мы их рассматриваем? Потому что все обычные ребра надо вырезать на первом этапе. Их не будет. Не будет, не вообще их нет, не вообще их нет в природе, а их не будет согласно порядка действий нашего алгоритма. Вот. Ну, а действительно, если нет обычных ребер, то какие остаются? Либо сингулярные, невисячие, то есть те, которые при АА или ББ, либо висячие. Ну, висячие, может быть, А, может быть, Б. Ну, хорошо, что вы спросили. Вот я думаю, это далеко не никому не вредно. Так, ну, есть вопросы еще? Если нет вопросов, вот здесь идет определение с деталями. И даже определяется тип цепи с обычными ребрами. На самом деле тип цепи с обычными ребрами можно определить косвенно. Сказать так, что если цепь с обычными ребрами, то вырежем, то есть выполним первый этап будущего алгоритма. Вырежем все обычные ребра. И вот в оставшейся цепи, в полученной цепи, посмотрим ее тип. Вот ее тип приписан исходной цепи с обычными ребрами. А можно на самом деле просто понять, просто можно в уме понять, что получится, если мы удалим
вырежем, вырежем все обычные ребра. Какие типы получатся? Для этого надо понять, что получится после вырезания обычных ребер. Какие там типы получатся? Ну, это вот, значит, я не буду сейчас подробно. Надеюсь, вы тут все это будете смотреть. Надо обязательно смотреть. Ну, кто хочет понять, кто хочет просто оценку, достаточно присутствовать. Кто хочет понять, надо, конечно, обдумывать, рисовать, обдумывать, смотреть в презентации, которые я выкладываю. Итак, давайте посмотрим на операции, которые у нас будут использоваться на этом втором этапе, самые главные операции. Их будет много. То есть, я не совсем хорошо сказал, их будет совсем немного, этих операций. Операции будут, как я уже сказал, будут только либо СМ, либо ОМ. Я перед этим сказал. На втором этапе применяется только либо СМ и в основном СМ. Ну, и в двух особых случаях применяется ОМ. И все. Но мы же рассматриваем операции вместе с аргументами. Вот такая необычность, о которой я рассказывал. Мы рассматриваем операции вместе с аргументами, к которым эта операция применяется. Это, конечно, очень так непривычно, потому что никто все... Что такое сложение? Там уже там школьник младшего класса скажет, это x плюс y. Ну или там a плюс b. Никто не скажет, что сложение это 2 плюс 3. Но мы рассматриваем именно ситуацию операции с подставленными цепями в аргументы этой операции. Так что операция это у нас все время СМ, а вот кого мы подставлять разрешаем в аргументы этой операции, будет указано не посредством перечисления типов. Но как типы перечислять? Их, как вот мудро сказала Айша, их счетное число, ну так, образно говоря, сколь угодно много. А мы будем указывать тип. Так вот, у нас есть операция 1А плюс 1Б. Это что такое? Это СМ. Тут СМ просто не указано вот в этой записи. Вот в этих записях нигде нет слова СМ. Оно впереди написано, раз, вот навсегда. Все они всюду тут. Операция СМ всюду. Только меняется что? К какого типа цепям применять эту СМ? Вот этот случай 1А плюс 1Б. А справа написан тип цепи, который получится в результате. Конечно. Можно сказать, что давайте мы не будем указывать, что тип цепи, которые получатся. Ну, потому что что получится, то получится. Так, по-честному. Ну, поглядим на то, что получится, и увидим, какой у нее тип. У нее, у цепи, которая получится. Ну, вот мы пишем это в виде равенств. Значит, вот СМ применяется к этим вот типам, которые слева. Вот плюс это символическое применение СМ. А результат не как цепь. Результат применения к двум цепям СМ будет снова цепь. Чтобы подчеркнуть эту разницу, даже иногда говорят живая цепь. Живая цепь в смысле не ее тип, а сама по себе цепь. Живая цепь. Так вот, результат, который здесь указан в этом равенстве, это есть не живая цепь, ну и аргументы тут указаны не живые, не сами цепи, которые сюда надо подставить, чтобы применить СМ. СМ-то все-таки применяется не к типам, ну так, по определению, а к живым цепям, а указывается тип цепи, которая выходит. Ну, давайте поглядим, почему выходят эти типы. Ну вот смотрим, вот я нарисовал 1А. Ну, у меня здесь висячая справа расположена. Ну, а там было висячее слева. Ну, не важно, слева, справа висячее. Важно, что один край висячий,
а один край обычный, не висячий. Ну и один А означает, что висячий именно Б. Вот тут как бы накрест буквы идут. Тут А, значит тут Б. Ну, один Б симметрично. У нас висячий А, а второй край обычный. Ну и мы должны СМ применить. Что такое СМ применить? Ну, в принципе, это надо, можно любое ребро вырезать, а потом один из краев склеить с каким-нибудь свободным. Помните определение СМ? Ну, там по некоторым правилам склеить. Но здесь сказано, что надо вырезать. Надо вырезать именно вот это вот ребро, которое к обычной вершине примыкает, к обычному краю примыкает. Вот эту вот вырезать. Это мы вырезали какое ребро? А. Потому что это АА ребра. Значит, мы вырезали А. Значит, какие края образовались? Вот это край и вот это край. И один из краев надо склеить с кем-нибудь свободным. Ну, у нас ясно на кандидаты свободных. Это либо этот край, либо этот край. Кстати сказать, либо этот край, он тоже свободный. Но мы хотим получить именно вот такого типа цепь в результате, которая справа написана. И это нам подсказка, как надо склеить. Ну, кто скажет? Надо, значит, удаляем это ребро. Ну, лучше говорить слово «удаляй», оставив вырезать для первой операции, для первого этапа алгоритма. Вырежем вот это ребро. Вот два свободных края. Мы вот этот обычный край, мы его оставим, как обычная изолированная вершина. А второй край А склеим вот с этим А. Вот с этим А. Ну и кем мы обязаны склеить? А. Ребром А. Вот надо на бумаге, в тетрадочке лучше всего, нарисовать. Значит, вот отсюда вот пунктирно пойдет А. Ребро А. Ну и что получится? А, потом вот этот пунктирный А, еще раз А, 3А. Это означает, что среднее А надо стянуть в точку. Тогда что у нас получится в итоге? Ну вот давай, нужно нарисовать цепь. С какой-то стороны ее рисовать начать. Давайте вот отсюда начнем рисовать. Вот эту вершину переписали Б, Б. Вот оно, Б, Б. Потом пошло вот это А, склеенное в А. Вот оно АА, и вот подвесилось Б. Где было, там подвесилось. Значит, результат вот этого будет вот это. Здесь, кстати, две компоненты, не одна. Но цепь здесь, вот с правой стороны указывается тип цепи. Тип изолированной вершины не указывается. Значит, тип цепи этой какой? Ну вот давайте с четность-нечетность разберемся. Эти две цепи были нечетные. Ну, это просто следует из определения 1А, 1Б. Ну, давайте мы сосчитаем. Здесь какой размер этой цепи? Кто нам ничего не говорил еще? Максим, скажите, какой тип у этой цепи? Так, это цепь 1Б. Нет, цепь... Сейчас. Какой, я оговорился. 1А. Какой размер у этой цепи, извините? Единичка. 1А. Размер. Единичка. Потому что вот это вот вместе, 0,5, это вместе 1, а висячая не в счет, нечетная. Ну и у этой висячая не в счет, а это 1. Так. А у этой какой будет размер? 1. 1 плюс 1, 2 и плюс 0. У этой будет четная. Да. Даже получилась четная цепь с одним висячим B, а второй крайне висячий. И тут надо именно B написать, если вы посмотрите на те типы. И звездочка говорит, что четный результат. Можно вопрос? Да.
То есть мы с таким же успехом могли получить 1А звездочка, если бы мы не у 1А убрали ребро, удалили ребро, а у 1Б удалили бы ребро? Вот это удалили. Да. Тогда у нас вот это удалили, вот это стало изолированной, вот это вот пошло у нас, подклеилось, и осталось бы, ну давайте подумаем вместе, вот на бумаге рисуйте. У нас бы А, теперь ребро было, ну, А вершина была бы висячая. И вот мы бы получили один А звездочку. Давайте спеша проделаем. Только вы рисуйте в тетрадочке. Вот мы удалили это ребро. Мы удалили ребро какое? С каким именем? Б. Значит, мы соединять будем каким ребром? Б. Б. Значит, мы вот это Б, оно стало свободным, соединили бы с кем? Вот с этим Б, правильно? Угу, да. И вот эта серединка бы слилась в точку, и осталось бы висячий А. Да. Угу. Да, да. 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 Да, вот вы ответили себе, да, висячий А. Да. Ну, вот то есть в зависимости от того, что мы удалим, мы можем что-то другое, да, получить. Поняла. Спасибо. Но вот мы недаром указываем правую часть. Правая часть говорит, как применить СМ. Как применить СМ. Диана, ты здесь ничего не хочешь добавить? Не знаю, что добавить. Вроде ничего не хочу. Понятно, ясно. Ну, я не сомневаюсь. Теперь следующее. Ну, давайте еще разберем. Тут надо не полениться, потратим время. Теперь возьмем 3А плюс 2Б. А должно получиться вот это. А операция именно СМ. У нас она все время будет СМ. Ну, что такое 3А? Давайте вспомним. 3А. Где оно 3А? Вот. Это два обычных края. И начинаем с А. И кончаем на А. Вот оно. Два обычных края. И начинаем с А, кончаем на А. А 2Б, 2Б, это оба висячих А. Ну вот, кто хочет, загляните туда, вот в определение. Нужно перейти назад или не нужно? Вот это 2Б. Где сделать, где выбросить, какое ребро выбросить, чтобы получить вот этот тип? Это у нас задано этим, ну, если угодно, равенством. Равенство термов, кто любит логику и ученые слова, можно сказать. Уравнение, можно сказать. Но тут нет уравнения, тут нет неизвестного. Скорее, это равенство термов. Что нужно вырезать? Вот здесь подсказка, вот это ребро вырезать надо. Тогда будет освободятся свободные вершины 1 и 2. Обычную вершину мы, как всегда, оставим в результате такой изолированной обычной вершины. А вот это А каким ребром? Мы же убрали ребро А, значит, мы должны использовать А. Мы вот этим А мы склеим вот с этим А. Ну и что у нас получится? Что у нас получится? Ну, значит, ну, ясно, что получится. Вот это А, серединка стянется в единицу, будет АА. Где здесь это АА? Наверное, вот это АА. Давайте поглядим с какого-нибудь одного края. Например, вот с этого края. Значит, висячий А, переписали, вот оно. Потом идет ББ, переписали, вот оно. Потом идет, после этого ББ идет что? Вот это А, которое соединено А и еще раз А. Это значит идет АА. Вот они, АА. А после этого А идет ББ. Вот оно ББ. И за ним идет АА. Вот оно. Ну, не знаю, вот может быть это трудно проследить так вот за курсором. Надо самому параллельно рисовать. Все здесь понятно? Вроде понятно, да. Какой тип получился в результате? Ну, в типе изолированная вершина не играет роли.
они отдельно живут, они уже финального вида, их некуда упрощать. Они уже все, они уже упрощены. А мы же хотим вести дело к получению финального вида. Ну, что у нас здесь? У нас здесь размер этой цепи какой? Давайте считать. Висячая не в счет. Раз, два, три, четыре. Четная. Одно висячий край. Один край висячий, другой не висячий. Это как раз один А со звездой. А вот тут был аналогичная ситуация. Один Б со звездой. Потому что был Б висячий. И четный размер. А тут четный размер, но один А. Но размеры разные. Ну, хорошо. Значит, ну и дальше вот здесь все нарисовано. Надеюсь, это... Ну, уже надо разобрать самим. Нет вопросов? Ну, вот... Можно вопрос? Очень. По предыдущему слайду. Там получилось же, что висячая А, это а вот тип это? Тогда... Какой слайд? Вот этот слайд, второе это. Преобразование. Второе, так. Там же получилось, что висячая А, а тип почему у нас один А? Тип должен быть один Б? Ну, давайте поглядим. Дело в том, что если четная длина, а и об этом говорит звездочка, то... Имя тоже, что и висит. Кто висит, тот и идет в индекс. А если нечетная длина, то кто висит, противоположное идет в индекс. А, все понятно, спасибо. Да, такое было определение, помните? Вот если вы посмотрите в определение, оно такое. Конечно, можно спросить, а что вы такое глупое определение дали? А вот так там все согласовано. Чтобы хорошо выходило. Но пока, ну, формально определение, оно и есть определение. Вот все тут правильно. Есть еще вопрос? Нету? Теперь у нас еще имеются вот две еще. Вот две операции СМ вот с этими типами. Вот тут я зря... Дело в том, что я вот эти звездочки, черт, стирал. Тут я, видно, не стер. Я их вот сейчас сотру. Ну, вот я все-таки хочу вот не ставить звездочки. Ну, это, конечно, дело вкуса, ставить их или не ставить. Я хочу, чтобы звездочка означала четный размер. Вот. Ну и вот как это получается. Теперь у нас есть понятие качества операции. Вы помните, кто мне может сказать? Ну-ка, Семен, напомни мне, пожалуйста, что такое качество, ну пусть будет даже одной операции. Значит, вот есть операция некоторая, ну или даже цепочка операций, композиция операций, S. Мы ее обозначали. Ее применяют, S это G. Что такое качество этой цепочки S? Ну, в частности, S может быть одна операция. Вот сейчас у нас SM. SM. Ну и что такое качество А от S? Не помните? Семен, вы живы? Семен, вы тут есть у нас? Или нету? Это печально, если Семена нету. Да. А, Семен. Ты что, пошел чапить, да? Ну, я тебе завидую. А, ну, что сделать? Владимир. Если что, Семен пишет, что у него с микрофоном беда, чтобы вы не думали, что он ушел чапить. Я видел, у меня чата... Я не путаюсь в этих значках и кнопках, и я в чат не гляжу. Спасибо, что подсказали. Так, ну, хорошо, Владимир, у тебя микрофон как? Жив-здоров? Жив-здоров. Ну, скажи, пожалуйста, что такое качество... Ну, в данном случае цепочка состоит из одной операции СМ с какими-то аргументами. Так. Что это? Да, я понял вопрос.
Что такое качество? У нас было качество АТС, оно обозначало качество, где С это либо операция, либо композиция операции. АТС примененный в Ж. Это... Кто-нибудь помнит? Так, ну хоть, ну скажите. Это немножко сложно вспомнить, какие там плюс или минус. Ну, вот. Хорошо, скажи в принципе, давай. Ну, в принципе, у нас вот есть автономное приведение, да. Ну, автономный алгоритм. Вот, его можно запустить от какого-то исходного графа, а можно запустить от графа, который SRC. После применения операции, вот нашей SM. Да. И вот качество говорит о том, стал ли наш граф лучше после применения операции. Ну, то есть... Если... А приблизился ли он к финальному виду? Да, приблизился он к финальному виду лучше, чем привел бы автономный алгоритм. Вот, давайте так. Совершенно правильная идея. А формально так, значит, качество, ну, вот, можно говорить о цепочке операций, и будет правильно, о качестве цепочки операций. Но цепочка может быть из одной операции, с аргументами определенными. Вот пусть у нас операция SM на самом деле. Значит, видишь, как тут сказано, не очень удачно. Качество этих операций, но на самом деле у нас тут нет этих операций. Видите, я тут путаю, немножко говорю, качество. Правильно, вот как было бы написать. Качество операции. SM, у нас одна операция. С данными, аргументами, с данными аргументами. Вот, что мы хотим сказать. Ну, значит, вот у нас было SM, вот с этими аргументами применили. А что значит аргументы? Значит, какая-то цепь 1А и какая-то живая цепь, две живых цепи, но тип у них 1А, 1Б. Применили, получили живую цепь вот такого типа, но тем не менее можно посчитать. Можно взять А от результата, А от G. Кто тут G? G – это пара цепей, вот тех, которые здесь были. То есть пара 1А, пара цепей 1А, 1Б. Пара цепей – это G. Теперь S от G, то есть SM от G. Это что такое? Это вот одна вот эта цепь. И надо еще там, значит, надо взять A от G минус A от S от G, то есть автономное приведение этого – минус цена автономного приведения этого, минус цена автономного приведения этого, и еще нужно минус цена самого этого участка, то есть C от S. А это у нас цена одной SM. А SM у нас будет считаться, что у нас все DCG-операции имеют цену 1. Ну, сейчас я забыл это сказать, я еще объясню. В общем, у нас пока цена SM 1, единица. Итак, нужно взять цену автономного приведения вот пары цепь 1А, цепь 1Б, минус цену автономного приведения вот этой цены 1, звездочка B, и минус 1. Минус 1 – это цена SM. Все понятно, что я подставил мысленно в ту формулу. И ответ будет вот такой. Из этого, сейчас мы проверим это, из этого следует замечательное наблюдение, что неважно, какие фактически живые цепи мы подставим в эту SM. Важно только, чтобы одна цепь первая была 1А, а вторая цепь, неважно она была какая, неважно какой длины,
Ни это, ни первая цепь, неважно какой, какой длины, размера, ни вторая цепь, неважно. Но важно только, чтобы первая была типа 1А, а вторая была типа 1Б, тогда вот при том СМ, как мы показали его применять, получим какую-то цепь типа 1 звездочка Б, и цена будет не зависеть от того, какие там живые цепи были для применения СМ. То есть мы делаем такую вот нетривиальную вещь. Мы показываем, что операции, они фактически-то операции не над цепями, а над типами цепей. И качество, оно фактически-то зависит не от самих цепей, живых цепей, а от типов их. То есть вот при таких типах 1А, 1Б, это будет совершенно фиксированная величина. Цена удаления А, надеюсь, вы помните эту букву А, плюс цена удаления Б. Цена удаления сингулярной А плюс цена удаления сингулярной Б. Ну, давайте вернемся к самому утверждению. Как же, вот кто-то может сказать, наивный такой, ну, наивный или наоборот, глубокомысленный человек, как же это можно так получить? Ведь надо узнать цену автономного приведения двух цепей 1А, 1Б типов. И потом минус цена автономного приведения этой цепи, еще отнять единичку. А как там сосчитаешь цена автономного приведения? Это же вообще-то непростая вещь. Тем более эти цепи могут быть очень разные по своим размерам. Вот сейчас мы этот подсчет проведем. Это была бы задача очень даже непростая, если бы мы не имели леммы 1. Вот давайте кто-нибудь мне будет помогать тут. Но все-таки, может быть, нам начнет Айша, а закончит Таня. Ну, я по кругу пройдусь. Айша, ты можешь нам напомнить лемму 1, просто поглядев на нее? Ну, предполагается, что вы хоть распечатываете эти слайды или хоть как-нибудь выписываете. А у меня, к сожалению, под рукой нету. Нету, да? Таня, а ты можешь сказать эту лемму 1? Я сейчас открою. А пока Таня открывает, можно вопрос, да, который немножко в сторону, скорее всего, отведет? Но мы что-то так ушли в математические модели, что, может, это только я, но я уже немножко забыла связь с биологией, вот у цепей, у операций. Да, да. Можете напомнить, пожалуйста? Это Айша, да, спрашивает? Да, это я. Здорово. Я с удовольствием на этот вопрос отвечу, потому что ответ на этот вопрос нас красит. Ну уж я не знаю, красит или не красит, но я думаю, красит. Дело в том, что геном состоит из цепей и циклов. Каждое ребро в нем – это отдельный ген в этих цепях и циклах. Имена – это имена генов, которые просто в реальной базе данных там имена сидят эти. Ну, они там длинные имена, потому что генов очень много. Это я говорю о структурах. Геном – это структура. Ну, геном, точнее сказать, можно описать структурой. Мы хотим найти кратчайшее преобразование одной структуры А, но это другой А. Там. Ну, я надеюсь, вы помните, в другую структуру Б. Мы это свели к... там была лемма 4, к приведению вот такого графа А плюс Б, вот который мы сейчас изучаем, к финальному виду. Ну а кратчайшее преобразование одной структуры к другой структуре, это есть эволюция, которая привела от первой структуры А, ко второй структуре. Таким образом, чисто задача об эволюции геномов мы решаем с помощью очень нетривиальной математики.
здесь красиво то и необычно, и необычно. Вот я бы хотел услышать, очень бы хотел услышать. Может, кто-нибудь узнает, мне скажет. Ну, не то, что возражение, но такой контраргумент. Обычно бывает ситуация так, либо математика совершенно тривиальная, либо задача не решается, либо математика нетривиальная, но остается просто математикой. И никакую собственно биологическую, эволюционную задачу об эволюции геномов не решает. А вот здесь у нас и то, и другое вместе. Вот математика совершенно нетривиальная и новая, это открытая проблема, как это делать. И задача совершенно биологическая. Ну вот, Айша ответил. Ну, да, очень понятно, очень интересно. Почему это хорошо? Почему, мне кажется, хорошо? Конечно, биолог скажет фе-фе. Ну, может быть, смотря какой биолог. Я не знаю, я сам не биолог, и за всех биологов не берусь сказать. Ну, я что-то там выучил маленько. Ну, может, маленько. Не знаю, сколько ты выучил. Но так вот, кто-то из биологии, из биологов может сказать, там мне не нужна ваша математика. Где она? Дайте нам алгоритм. Мы будем им считать. Это реально и происходит в жизни биологов. Ну, тех, кто использует алгоритмы, программы. Они используют сложные биоинформатические программы. Ну, а программы-то берутся откуда? Из сложных алгоритмов. А откуда берутся те алгоритмы? Ну, вот мы такой алгоритм рождаем на ваших глазах. Вот. Но мы-то математики. Мы хотим не только взять готовую программу с готовым алгоритмом, тебя что-нибудь считать, а потом ставить мокрый опыт. Это очень достойно. Очень достойно. Очень достойно. Очень нетривиально, там что-нибудь там отрежешь, хвост у лягушки, и поглядишь на разрезе, что там вышло. Вот, это нам очень близко, кстати сказать, очень достойная деятельность. Но мы, нам это не дано, все-таки же мы же на мехмате. Вот. Но мы зато можем вот такую задачу решить, а потом запрограммировать. Такой у нас план. Ну, что там, если кто хочет мне возразить или какой-то аргумент добавить, пожалуйста. А если нет, то даем снова Тане слово. Таня. Да. Ну, как там, это, что говорит? У нас есть ВА и ВБ. Это цены удаления сингулярных А и Б вершин. И тогда автономные. Ты сейчас лемму один называешь? Ну, давайте я, конечно, ее покажу. Ты чего уж мы прямо бедные? Ну, хорошо. Ну, есть формула, да, чему равно А, G. Где у нас сейчас лемму один? 13-й слайд. Вот. Оказывается, есть готовая формула. Вот если вы ее себе сейчас на бумаге не выпишете, конечно, ничего понять невозможно. Вот какая формула. Куда входят разные величины. Про этот граф G, с которого мы начали. Ну, значит, чтобы вычислить качество, надо взять, как вы помните, A от G, то есть выписать эту формулу, минус A от S от G, то есть выписать снова эту формулу, но для результата операции. А что сменится? Ну, сначала надо взять все эти параметры у самого G. Потом надо взять все эти параметры у S от G. И вот эти два арифметических выражения вычесть из первого, второе. И потом еще отнять C от S, то есть суммарную цену участка. А у нас участок из одной операции SM. И цена этой операции SM – единица. Вот что нужно сделать. Ну так что же. Итак, у нас кто еще раз? Кто у нас же? Таня, помогай нам. Кто у нас же? Это вот эта пара цепей.
Тоня. Да, да. Кто у нас S от G? То есть SM. SM в данном случае, вот SM, это выступает в роли участка S. Одна операция. Так. Кто? То, что справа. Да. Вот эта цепь. Эта цепь. Ну, и значит, нам нужно посмотреть, значит, вот это вот будет G, а вот это будет S от G. Но на самом деле при автономном приведении с вершиной изолированной ничего не происходит. Ну, обычной изолированной вершиной. С обычной изолированной вершиной ничего не происходит. Значит, нужно посмотреть просто автономное, нужно посмотреть просто А вот от этой цепи. Значит, нужно взять А от объединения этих цепей минус А вот от этой одной цепи. Ну, это все равно, что от этой цепи вместе с изолированной точкой. И минус 1, потому что цена операции единичка. Ну, это надо делать на бумажке. Значит, вот подсказка такая, что D, C и S, они же будут разные для G и для S от G. Это же два разных графа. G – это вот эта пара цепей, а S от G – это вот одна эта цепь. Значит, для нужно посчитать вот те самые параметры, которые входят в лемми 1 формулу, нужно посчитать для G, а потом посчитать для S от G. И так вот, D, C и S будут одинаковые. Значит, при вычитании эти члены просто пропадут. Ну, я пытаюсь сейчас на ходу объяснить. Это надо на бумажке проверить. Но B и KB при переходе от G, то есть вот этой пары, к этой одной цепи, B и KB уменьшатся на 1. Значит, при вычитании будет 1. Там все линейные выражения. Поэтому при вычитании тех двух линейных выражений у нас разность даст то, насколько вот там B было одно и минус B новое, другое. И разность будет. А разность 1. Значит, при вычитании по B будет 1, по KB вычитание 1, а F и D уменьшится на 2. Значит, при вычитании по F будет 2, и при вычитании по D будет снова 2. Вот если вы все это раскроете, это просто разность двух линейных выражений. Тут нет ничего умного. Ну, как умного? Надо вникнуть. И вот получится ровно вот это. Там все лишнее сократится, все будет правильно, получится это. Ну, есть тут кто-нибудь что-нибудь сказать или предложить, как нам сделать так, чтобы все поняли. Ну, вот доски у нас. Ну, хорошо. Ну, есть вопросы? Нет вопросов. Ну, значит, я настойчиво прошу, кто хочет больше, чем оценку, проделать это дома, в следующий понедельник меня спросить. Значит, нужно спросить все, что будет неясно. Значит, нужно сделать для вот двух SM, ну, они чем отличаются? Аргументами отличаются, типами аргументов. Спросить, хотя здесь написано. Но вообще это нужно сделать. И вот для всех этих случаев, вот это SM с разными аргументами, с разными типами аргументов. И вот ответы вам тут написаны, что должно получиться. Это нужно проделать. А я обязуюсь в следующий понедельник свою камеру настроить, которая будет с листа. Читать то, что я пишу. И мы с вами будем разбирать это прямо на бумаге, у кого какие вопросы. А можно сейчас вопрос? Да, очень нужно. Давайте. Угу. Получается, мы сейчас выясняли, вот у нас есть некоторый граф, и в нем есть компоненты 1А, и вот, ну, например, 3А и 2Б. Есть цепи, да, совершенно верно.
в нем есть компоненты, их можно назвать, они, конечно, компоненты. Есть компоненты, цепи 1А, 1Б. Да, 1А. И вот если применить операцию SM к этим двум, и таким образом, чтобы получить вот это, было показано, как это сделать, то произойдет увеличение. Помните, мы рассуждали, что чем больше качества, тем лучше. Да, то есть мы удешевим нашу... Да, а чем алгоритм... больше качества... Вот помните, там была лемма 2. Чем больше качества, качество входило с минусом в правую часть, а в левую часть входила суммарная цена приводящей цепочки. Значит, чем больше мы качества сделаем, тем меньше будет суммарная цена приводящей цепочки. А наша цель – найти минимум, ну, глобальный минимум, абсолютный минимум. Но это все равно, что просто минимум. Суммарной длины, ну, суммарной цены. Ну, если цены одинаковые, это длина. Суммарной цены цепочки, да? Вот вы улавливали, полностью уловили смысл дела. И вот мы и получили, поглядите-ка вот сюда, что у них у всех цены вот такие. Вот такие. Вот давайте пока сюда не глядеть. А вот на все это посмотрим. А у нас цена удаления А или Б строго положительное число. Поэтому вот тут у нас строго положительное возрастание качества. Это хорошо. Ну, тем самым строгое убывание суммарной цены приводящей цепочки. А вот тут у нас более сложная ситуация. На самом деле я собираюсь в будущем, собирался, а скажу сейчас то, что собирался, что вот это преобразование надо использовать только при таких ценах, когда вот это строго положительно. Действительно, ведь цены удаления А и Б – это произвольные параметры. Может быть так, что это будет 1/5 и 1/5, и вместе это будет отрицательное число. И нам не нужно такое преобразование. Не нужно. Оно не будет взаимодействием. Взаимодействие – это преобразование графа G во что-то, V от G, чтобы качество строго возросло. Значит, вот это преобразование надо применять только если это будет строго положительно, но цены же нам дают любые, но мы их заранее знаем. Я ответил на ваш вопрос, что вы... Да, да, я понял, спасибо. Честно это скажете. Значит, из леммы 1 получается что? Что операция, вот математики говорят так, операция, вот все операции, ну в частности СМ, ОМ, поднимаются на фактор множества, а фактор множества по типам цепей. То есть что это значит? Что применить СМ, вот сермяжный смысл, вот кто без вот здесь вот виден, применить вот это преобразование и получить вот это возрастание качества можно к любым цепям, неважно какие цепи, важно только какой у них тип. Вот это означает поднять на фактор множество. Ну, формально поднять на фактор множества это вот что означает, что ну, для операции, что если вы, вот смотрите, у вас есть операция S, скажем, от двух аргументов. Ну, SM как раз от двух аргументов, X и Y, две цепи. Что если вы смените эти две цепи, которые в аргументах, на эквивалентные. А что значит в нашем случае на эквивалентные? То есть смените на цепи тех же типов. X смените на X' того же типа. Y цепь смените на Y'. Y' снова цепь, живая цепь того же типа. Так вот смените цепи XY на X' Y'. Соответственно, тех же типов, какие были. То у вас и результат операции
будет эквивалентен, то есть одинакового типа. А раз одинакого типа, то и качество, которое должно быть чем больше, тем лучше, будет одинаково. То есть неважно, с какими цепями вы действуете в G, важно, с какими типами цепей вы действуете. А типов мало, а цепей много. И вот в этом фокус алгоритма, что все выходит за линейное время. Ну, а линейное время – это хорошо для реальных фирм, для реальных биоинформатиков, биологов. Ну, хорошо, когда алгоритм быстро работает. А он почему-то должен быстро работать. Вот тут как бы причина этого. Итак, ну вот слово, которое мы много раз употребляли, взаимодействием называется, ну что, композиция операций. То есть несколько операций. Ну, пока у нас одна операция была, SM даже конкретно. Такая, что эта операция не зависит от представителя типа цепи. То есть можно сменить тип цепи при сохранении типа. Можно сменить цепь при сохранении типа. Можно сменить цепь при сохранении ее типа. Вот, наконец, я правильно произнес. Вот. И операция даст тот же самый цепь, другую цепь, как живую цепь, но того же типа. И качество не зависит от представителей, а зависит только от набора типов аргументов. Вот набор типов аргументов называется политип. Сколько у нас времени до конца этой лекции? Вроде еще 5 минут. 5 минут, да? Ну вот, если есть какие-то вопросы. Это довольно трудный материал. Но я уже в утешении много раз говорил тем, кто хочет получить оценку. Но кто хочет разобраться, ну надо с этим сесть. Распечатать на принтере. Вот эти презентации. Ну, слушать иногда тоже можно запись, но это менее даже полезно. Более полезно смотреть на презентации. В тетрадочке проделывать эти все вот рисунки, действия, вычисления, подсчеты. Ну, иначе нельзя усвоить серьезную науку. Ну, вот нам кто-то с кафедры дивгеометрии подтвердит, что ничего нельзя в дивгеометрии без долгих подсчетов на бумажках сделать. Ну, так оно устроено. В уме только, я не знаю, что. Что-нибудь более простое делается. Ну, если нет никаких вопросов, то я забегу вперед. А можно вопрос задать? Да. Вот еще раз, а политип, это что это такое? Вот, это я дальше еще раз скажу. Ну, хорошо, спросили. Смотрите. Значит, вот смотрите, вот здесь у нас написано S от X. Это операция, ну, с двумя аргументами. Ну, SM, она действительно с двумя аргументами, с двумя цепями. Но мы показали, что результат операции в смысле типа, то есть тип результата, зависит от типов аргументов, а не от самих представителей этих типов аргументов. Так вот, очень естественно ввести здесь понятие. У нас есть, например, тип X цепи X и тип цепи Y. Например, есть... Вот давайте самое простое. Есть тип 1А какой-то цепи и тип 1Б какой-то цепи. Так вот, политипом называется просто набор 1А, 1Б. Вот тут политипы кто? 1А, 1Б. Здесь 3А, 2Б. 3А', 2Б'. 3, 2. Ну, то есть, в сущности, левая часть. Записывать упорядоченный, ну, записывать набор типов. Но это все равно, что записать в арифметическом виде эти
через знак плюс. То есть политип – это просто есть типы аргументов преобразования, взаимодействия, ну, операции. Значит, политип – это типы аргументов, к которым применяется данная операция. То есть SM применяется к политипу 1А, 1Б, к политипу. Вот тут я звездочки не стер, что ли? Это зря я не стер. 3А, 2Б. К политипу 3А', 2Б'. К политипу 3,2. Ну, то есть политип – это набор типов, тех аргументов, к которым применяется операция. Я ответил на вопрос? Или что-то не ясно? Ну да, я понял. Это... Ну, это как декартово произведение. Не-не-не, ну тут уж вы там декартово тут не вводите, а то он не совсем запутает. Нет-нет. Да нет-нет. Да политип гораздо проще, что-то вы какие-то декартово произведения. Значит, политип это, ну, это вообще говоря, очень обычная вещь. Вот когда вы пишете, ну, я, может, вас собьет кого-то, когда вы пишете вот в школе дробь 2, деленное на 3, 2, 3, ну, 2, 2, 2, 2 делить 3. Ведь на самом деле это тип класса эквивалентности. Так мы все привыкли к этому типу. Какого класса эквивалентности? Но 2 третьих – это все равно что? Какой класс эквивалентности? 2n делить на 3n. И это просто бесконечный счетный класс эквивалентности. И вот такая хорошая арифметика, школьная арифметика, самая обычная, она основана на том, что мы оперируем с представителями, с типами классов эквивалентности. Какими классами эквивалентности? Возьмем все пары натуральных чисел, nm, и факторизуем их. Ну, nm – это числитель n, знаменатель m. Возьмем все дроби вида n делить на m и факторизуем их по отношению, ну, по какому отношению? Что они, числитель отличается от знаменателя на какое-нибудь натуральное число n. Но отсюда понятие несократимая дробь. Что такое несократимая дробь? Если мы возьмем какой-нибудь x делить на y, где x, y – натуральные числа, и сократим их на что-то такое, как в школе говорят, наибольший общий делитель, да? То получим несократимую дробь. Две трети, например. Но вот эти две трети, а не 4/6, вот две трети – это и есть тип. Ну, а если мы хотим делать сложение дробей, две трети плюс 7/5. Кто тут политипом является? Пара две трети, ну, плюс или запятая 7/5. Почему? Почему это политип? Потому что две трети – это тип, это представитель класса эквивалентности. 7/5 – это представитель класса эквивалентности. 7/5. Какого класса? 7n делить на 5n. N любое. Так что здесь декартовых произведений нет никаких, а просто совершенно такая вот общая вещь. Ну, давайте, спросите или скажите что-нибудь еще умное. Или глупое. Неважно. А вот здесь описаны вот операции SM. И все операции сделаны с нечетными. А, нет, тут есть с четными одна, да? Есть и с четными. И с четными цепями, да. Более того, нет, вы хотите сказать, что в левой части равенства стоит типы цепи, с которыми делают операции. Я и хотел так сделать, что в левой части звездочки нет. Сейчас
то значит, там они все нечетные. Сейчас, сейчас. Здесь тоже с нечетными операциями, с политипом 3А, 3Б. То есть одна цепь 3А, другая 3Б делаем. Но это не все. Здесь вот в левой части тоже все, все нечетные. Вот только звездочка лишняя. Ну, злодейство. Не сотрешь их все еще. Сразу так. Так. А, но это не все. Сейчас. Не все, потому что вот еще наш алгоритм на этапе 2 выполняет еще и вот эти вот взаимодействия, которые есть композиция двух операций. Двух операций. СМ, а потом еще СМ. Вот. А там есть еще и операции вот СМ, потом еще СМ. Но аргументов тут будет 4, а тут 3. Ну и что у нас слева? Слева. Я уж сам не знаю ответ. Сейчас проверим. Слева. Диана, ты знаешь, у нас слева хоть в одном взаимодействии встречается четная цепь? Диана, как тебе? Так, сейчас надо посмотреть. У нас же даже трехарное есть взаимодействие, где есть четная цепь. Слева. Где? Ну, самое первое. Тройка же. Это... О, спасибо. Простите, это вот кто говорит, я вот так не могу я запомнить по голосу, что я уж не это, да, это Максим сейчас. Я очень рад, что у меня такой есть умный слушатель. Я всем рад. Правильно, вот эта вот тройка, которая тут беспрерывно мелькает, это четная цепь. Цепь 3, да, она встречается. Да. Ну, как-то пореже, чем нечетная. Ну, не знаю, пореже или не пореже, как считать. Вот тут тройка несколько раз встречается в левой части. В общем, идея простая. Вместо цепей мы хотим действовать с их типами, а поскольку операции от двух аргументов, а бывают композиции, значит, от трех аргументов, а бывают композиции, значит, от четырех аргументов, то типы цепей, которые входят в аргументах, вместе надо как-то назвать. Мы их назвали политип. Политип – это набор типов. Так, еще кто-нибудь что-нибудь скажите или спросите. Нету, да, вопросов? Ну, еще один есть вопрос. Хорошо, спасибо. Да, какой? По поводу поднятия над фактором множества, по-моему. Да. Фраза. Да. Что значит поднятие? Ну, я так понимал. Вот как сложение, арифметическое сложение. Что значит поднять сложение дробей, самых обычных школьных дробей, поднять на фактор множества. Скажите, ну что, кто-нибудь из вас, может, кто-нибудь из вас может спросить, а что за фактор множества? То есть мы можем брать любых представителей из класса эквивалентности и получим один и тот же результат. Операция на цепях поднимается на фактор множества чего? Цепей. Если какие бы представители мы не взяли, если как бы мы не сменили аргументы с сохранением типа, результат будет иметь тот же тип. Это понятно? Вот да. Смотрите, как складывают пары NM. Ну, товарищи, это вообще как же на них плюс КЛ.
Скажите, как сложить пару NM плюс KL? NM это дробь такая? Ну, нет, вот N, вот пара NM, надо прибавить пару KL. Я вам скажу как. Я считаю, что координатно складывается. N плюс K, M плюс L. А вы не согласны? Да, все хорошо, согласен с этим. Это чему соответствует? Это соответствует тому, что если мы возьмем один класс эквивалентности, 2n делить на 3n, это что такое? Это класс эквивалентности с типом, ну, с несократимой дробью, 2 третьих. Понятно? И я захочу сложить это, ну, я немножко, лучше вот умножить. Вот умножить точно по координатно. Это я поспешил. Вот. Вот я 2n на 3n возьму и хочу умножить на там 5k делить на 7l. Как эту операцию? Эту операцию можно выполнить парами по координатно. Числитель умножить на числитель. Что это будет? Это будет 10nk делить на 37, 21 nk. Правильно? Nk. Ну и что? Я получу из пары цепей живую цепь, но у нее несократимый представитель будет кто? Ну, наименьший, надо поделить. Ну, сократить на наибольший общий делитель. Я непонятно объяснял? Нет, понятно. На класс эквивалентности просто все делаем. Да. Это просто идет из школьной арифметики. Я, честно сказать, а что, неужели в геометрии нету операций, которые поднимаются на какой-то фактор множества? У нас дивгеометр-то Владимир, кажется. Он нам что-то не просветит на этот счет? Владимир, вы живы? Нет, да? Печально. Да, Владимир нас покинул. Ну, ладно. Ну, в общем, я призываю мужаться. Значит, я еще хочу ответить вот Айше, и тем, кому кажется, что эта математика сложноватая, значит, я уже в прошлый раз говорил, на самом деле повторю, можно двигаться двумя путями. Это нам некоторая развилка. Не обязательно эти пути объединять. Не то, что не обязательно, даже и запросто не надо объединять. Можно двигаться по двум путям. Одним путем, что заниматься биоинформатикой. То есть мат-биологии. Тогда кто-то вам делает программы и придумывает алгоритмы, а вы ими, ну, в конечном счете, считаете. Но творческий процесс там, в мат-биологии, состоит в том, чтобы придумать модель явления. Это один путь. Очень хорошо. Я этим занимался в первом семестре. Есть записи. Этим со мной можно продолжать заниматься. Мы этим занимаемся, ну, как говорится, регулярно. Вот. Есть другой путь. Можно вообще ничего не знать про биологию, а просто заниматься вот этой задачкой. Как найти минимум кратчайшей цены преобразования структуры А в структуру Б. Очень нетривиальная задачка. Но такие задачки там есть ко всем биологическим проблемам, которые были в первом семестре. Мы все частично, ну, больше или меньше, там, решали. Ну, а высший путь состоит в том, чтобы и то делать, и это делать. Тоже хорошо.